Проект «Центр лучших практик» внедряют в медицинских организациях области. Его основное направление – работа в тесном контакте с пациентами. Специальное совещание было проведено с целью внесения изменений в работу медицинских организаций на основе передовой практики. Были отмечены назначения и важность работы нового центра. Цель нового проекта – повышение уровня жизни людей, оказание экстренной помощи. В центре лучших практик будут работать квалифицированные специалисты, использоваться передовые инновационные технологии. Самое важное – наладится прямой контакт с пациентами, то есть ориентироваться будут на их мнение. Это, в свою очередь, повысит в перспективе качество обслуживания. Для чего это нужно? Очень много проектов невозможно регламентировать самими приказами. То есть стандартно вы обращаетесь в медицинскую организацию, есть определенные процедуры, которые необходимо будет соблюдать. Центр лучших практик, он дает возможность внедрить именно передовые механизмы во взаимодействии с населением. Допустим, МИАМОС. Этот проект позволит нам наладить более лучшую обратную связь с населением. Социально активные граждане, они смогут принимать участие в регулировании многих процессов в медицинской организации. Проект «Центр лучших практик» будет реализован в нескольких организациях здравоохранения области. Одна из них – городская поликлиника номер 5. Там зарегистрировано 58 484 жителя. Работают 230 специалистов. Врачи учреждения прошли специальную подготовку и повысили свою профессиональную квалификацию. Центр начнет работу в декабре. В дальнейшем планируется продемонстрировать успешные результаты внедрения передовых практик. Эффективность заключается в тесном сотрудничестве с людьми, потому что сейчас много недопонимания. Для этого у нас есть общественный совет. Мы будем включать активных граждан из каждого поликлинического района и работать вместе с ними. Таким образом, будем решать проблемы населения сообща. На специально организованной встрече эксперты обменялись мнениями об успешном опыте внедрения центров лучших практик. В дальнейшем проект будет реализован во всех поликлиниках области. Екатерина Шмидт, Асланбек Саламатов, Кылыбек Акрап, телеканал Акжаик.